Всем привет. Было дело, как-то в полях нашел такой топорик. Ему лет 100-150. Такая странная форма у него. Такой интересный. Немножко похож на боевой, но скорее всего он им не является. Просто обычный рабочий инструмент. Хочу его немножко привести в порядок и сделать такой топорик сувенир. Сделать ручку. У меня такой самый дешевый топор, который валяется в машине на всякий случай. Ну, у него удобная ручка. И, в принципе, сам топорик тоже похож. Что ручку я повторю отсюда и потом сделаю на ней еще декоративную резьбу. Ну, а сейчас нужно немножко его подточить. Потом хочу разжечь костер, чтобы получились угли, и закинуть его в угли, отпустить немножко металл. Сейчас немножко заточу. Такой у меня моторчик в сарае. Пойду разжигать костер. Нужно отпустить металл, он еще немножко кривой. Хочу его выправить. Приготовил чурбачок для ручки. Нужно очистить от коры. Бревно неровное, нужно срезать лишнее дерево, чтобы выровнять в одной плоскости. Плоскость немножко выровнял. Само полено уже имело форму такую приблизительно нужную. Ну, сейчас еще немножко вот здесь сделать изгиб побольше и здесь. Я знаю. Кого? Меняешь. Менять это купить новые. Страшно. Форма готова. Теперь нужно уменьшить толщину и закруглить все углы. Сделать более удобную ручку. Чтобы угли не пропадали зря, хотя бы пожарить сосиски.
Немножко подшлифовал, сделал небольшую заточку. Но тут очень много каверн, так что если он и будет рубить, то больше как колонн. На рукоятке хочу сделать плетеночку. Сейчас сделаю разметку, потом покажу, как ее делать. Хотя буду делать сам ее первый раз. В общем, разбиваю примерно на квадраты сантиметра полтора линии, черчу по кругу. Теперь мне нужно прорезать косяком по 90 градусов все вот эти линии. Один ряд прошелся, все, начинаю второй. Сейчас это смотрится грубо, но потом я буду шлифовать окончательно. Сейчас я его не шлифовал, чтобы резаки не испортить потом крошкой оставшейся. А потом, когда зашлифуются, все эти грани залижутся и будет более аккуратно. Соответственно, здесь
Точно так же продолжаем, разбиваем на три части. Здесь наоборот, наоборот. Так они чередуются и создают эффект плетенки. Можно еще за два захода, чтобы так не резать, может нож соскочить. Можно сначала одну сторону подрезать, потом перевернуть вторую сторону. Просто с нажимом к резу. Тогда меньше опасений, что сорвется. Ножик упирается в этот рез, и все, дальше никуда он не пойдет. В том же духе продолжаем все остальные квадратики. Thank you.